Всем огромнейший привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами будем делать очень красивые, эффектные и в то же время простые в исполнении бантики. Надеюсь, они вам понравятся. А для работы необходимо два отрезка кружева размером 50 на 4 сантиметра. Из него мы делаем бант, который прослужит основой нашего бантика. Если вы заметили, в последнее время я очень часто в своих работах использую кружево. А в сочетании с кожей – это просто моя любовь. Кстати, они не теряют свой объем даже под шапочкой, что очень актуально в осенне-зимний период. Очень часто в социальных сетях ко мне поступают вопросы, где я приобретаю той или иной материал. Поэтому хочу поделиться с вами своей находкой и рассказать про один очень классный магазинчик, который я нашла на просторах Instagram. Называется он «Блестяшки». Название, кстати, говорит само за себя. Ведь там вы найдете блестящий материал на любой вкус и цвет. Лазерная вырубка там тоже присутствует. К тому же пополняется и новогодняя тематика. Магазин находится в России, в городе Грозном. Поэтому моя доставка в Беларусь осуществлялась транспортной компанией СДЭК. 7 дней пути и вся красота у меня. А если у вас возникают вопросы, можно напрямую связаться с хозяйкой магазина, что очень удобно. Все данные я оставлю в описании под видео. В моем заказе очень много блесток. Все потому, что начинаю готовиться к Новому году, а их много не бывает. И уже смело могу сказать, что не только цветовая палитра радует в этом магазине, но и качество материала просто супер. Так что переходите по ссылочке и радуйте себя любимых. Ну а я буду наслаждаться своей красотой и делать новые бантики.